Ну, льват не купай. В бассейне, в смысле. Сейчас я приду в бассейн, но ты меня теплой водой польешь. Хорошо? Сейчас я приду. Сегодня 28 мая. Здесь показывает 25. Дик, что ли, пришел? Даня? Да, по-моему. Возьми и держи. Че ты? О! Ты где, куда дел? Ты куда ты делал? На стуле. На стуле. На стуле где-то. Где лезть? Все. Теплая, какая холодная. Какая она холодная. Все, 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 втирайся. Привет. Я видел Табакова. Да. Расскажи нам сейчас. Короче, что я хочу сказать тебе, хоть Табаков, он еле перемещается, он еле живой, да. В то же время он мощный. Он сел, вообще еле-еле. Но когда он заговорил, все сразу бух. Вообще, энергетика, да? Там вот он сидит, а напротив него толпа народу. В ряды сидим, мы студенты. И вот первые ряда три, когда он сказал один слог, они прям как будто их толкнули прям. В общем, капец. Он Мирон, да? Есть, он еще молодой. Он еще молодой. Ну там отшучивался, как там, юморески. И вот так говорят. Олег Павлович. Олег Павлович, мол, что вы хотите вот сказать студентам? Он что-то там в кармане все разбирался, такой, сейчас. Вот он сказал, сейчас, и все сразу. Вот этого я не заметил, но я заметил, как он со своим спутником ходил в туалет. То есть его там мужик какой-то лысый, он его так вот держит за плечи, вернее наоборот, он Табаков ему на плечи руки кладет, и тот его ведет. Вот, Табаков он идет. А, вот так как он. Че, Алёк? Кача твоя заболела. Моя Катя? А моя мама так вот. Я знаю. Иди, проверь. Мам, ты меня снимала? Да. Это меня будет глаза. Да. Нет. Ну что ты спутаешь? Наоборот, под солнцем. Шути. Ну, если он не будет валяться где помню, где не помню, то он проживет долго, наверное. То есть ему нельзя под солнцем лежать?
понимаю, да? Да, вот эта ткань, наверное, будет разрушаться. Вот здесь был чулок капрон, он прям в труху превратился. Ну, там же это, вот эти вот резиночки. Тут капрон. А капрон умер. Ну да, там же резинки вот эти, лайка или как там называется. Вот этим сачком я наловил, платком и наловил этих маленьких малечков, который запустил сегодня в аквариум. Сегодня запустил в аквариум маленьких малечков из солнечного бассейна. Такой умный с ними там. Ну ты же стекло здесь бил, поэтому немножко темновато. И вот, кстати, хорошая проволока для будущих сачков. Идеальная просто. Просто идеальная. Ну кого ловить в такие сачками? У нас нет таких. Нет, как... вот эта проволока идеальная. А, проволока, я думал, сетка. Сетка-то нет. Сетка, все, я ее решил проигнорировать, эту сетку. Ладно, пойду, у меня там еда заварилась. Какая? Нравится? Да. Ну, на нем особо не поплаваешь, а вот на том круге поплаваешь. А вот я плывешь потихоньку. Ну, плывешь потихоньку, да. Ну, теперь выходи, погреться надо. А потом будет интереснее залезть, когда ты погреешься. Вон мух ползут все. Все, улетело, улетело. Где-то пылитка моюшка. Ну, плыви ко мне. Что у нас на небе творится? Выходи, выходи, давай, хватит, давай, погрейся. Выходи, давай сюда, руку давай. Давай руку сюда. Все, наступай на ступеньку сам. Иди, иди, иди сюда, ближе, ближе, ближе. Ногами не касаешься дна еще? А, уже коснулся, да? Вот, выходи. Не, не, руку давай. Лучше с ним выходи, лучше с ним выходи. С ним выходи. С ним выходи. Вот, все. И погрейся чуть-чуть. Ой, я вижу, там сделала вишенку большую.
Да это черешня. Нет, она не согрела, не созрела еще. А где созрела? А еще надо подождать недельку две. Две? Ну, недельку, наверное. Две недельки еще. Они подрастут. Да, вот почти зрелые. Попробуй. Созрелые. Ой, она какая-то страшная. Ну ты что сделал-то? Я бы сам ее съел. Она страшная. Да ну тебя. Где взять ее? Это не ежевика. Это не ежевика. Это крыжовник. Крыжовник смородина. Гибрид. Ну иди попробуй. Иди попробуй. Пойдем еще у курочки яичко снимем. Пошли. Пошли яичко снимем. Сегодня уже было 6 или 7 яиц, а тут еще 4. Лёв! Лёва! Лёв! Лёва! Я сейчас яички положу. Ирусь, открой холодильник. Чего? Я не помню, сколько яиц сегодня снимал. 6 штук. Ты сварил яйца, что ли? Или ты соня сварил? Ты сварил, Валерий? Сварил яйца? На завтра? А куда? В лес. В лес. Ты будешь варить, да?